Я сняла лифчик и вызвала его на дуэль. Так. Он снял трусы и принял вызов. Бой был недолгим. Он выстрелил первым. Офигеть! Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я, конечно, не знаю, как настолько это нормально, стандартно и вообще как бы приемлемо, но тем не менее, мне при виде, точнее, при слышании этой истории, так называемой, привиделась такая картина. То есть два человека, мужчина и женщина, раздеваются, как бы, да, с четкой боевой задачей, как бы, и готовностью, в принципе, вести такую вот сексуальную войну, в принципе, да. Стоит два стула, там, либо же два кресла, как бы, они садятся друг напротив друга и начинают телебонькать себе, так, как бы, да. Вот это, ну, то есть, заряжать. Ну, а там уже кто первый выстрелит в кого, как бы. То есть, она сквиртанула в него, он в нее... То же самое, как бы, я не, опять-таки подчеркиваю, ребята, не нужно считать мое мнение сейчас притчей во языцах, как бы, ну, чисто моя фантазия, может быть, какая-то там фрейдовская взыграла, как бы, да? Ну, по ее рассказу мне почему-то приделась именно такая картина, не секс там, не интим, а вот именно вот это вот такое вот, короче, пуляние жидкостями, ребята, я не знаю почему, то, что вам причудилось, возможно, или представилось, пишите, пожалуйста, в комментариях.